С сегодняшнего дня в Иркутской области введен режим повышенной готовности. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев. Причина – ухудшение погоды. Основная задача – не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций обеспечить проведение восстановительных работ и информирование населения. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду. В северных районах порывы будут достигать 25 метров в секунду. Сильный снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах снежный накат, гололедица.